Продолжаем рассказ про магазин Минарс. Это раздел кухонной техники. Плиты, духовки, холодильники и стиральные машины. Вот тут я немножко разочаровался. В Америке, конечно, люди более консервативны, здесь уже свой устоявшийся рынок, поэтому те москвичи, которые уже избалованы техникой AEG, Bosch, конечно, здесь немножко обломятся чуть-чуть, потому что здесь очень специфические вещи. То есть вот такой вот вариант стоит $899. Вот. Это без микроволновки. Мы, конечно же, привыкли, что внизу есть эта модель, та же самая Бошская или AEG, что уже микроволновка есть такая встраиваемая, комбинированный вариант духовки вместе с микроволновкой. Хотя тут покрытие, ну это, по-моему, Гладенко, что ли, да, Гладенко. Вот. Соответственно, стиральная машина у нас, конечно, подороже стоит, чем в Москве. Вот такая вот модель с загрузкой $549. Ну, а вот наши любимые варианты, вот такие вот, которые в Москве уже стали стандартным де-факто, с боковой загрузкой Whirlpool, она у нас стоит $699. То есть дешевых моделей, LG-шных и корейские, которые можно купить в пределах $300, здесь их нету просто. Холодильники, вот так вот Whirlpool стоит $549. Конечно, в Москве можно купить холодильники и двухкамерные за эти деньги. Вот. Это у нас тоже Whirlpool, 749, вот такой вот американский холодильник. Они немножко делаются шире, чем в России. У нас, конечно, стандарт де-факто это узкий, высокий холодильник. Здесь они, конечно, низкие и широкие. Вот. Ну и вот еще пару слов про плиты. Это у нас вот такая плита. Вот такая фирма, я никогда с ней не сталкивался. И вот они ценники, 719, 810, в зависимости от опции.